Во дворце спорта «Юбилейный» состоялся фестиваль ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню здоровья. Собрали все от мала до велика, самому младшему участнику едва ли исполнилось 6 лет, а старшему за 60. Все они демонстрировали фееричный настрой, а также бодрость и силу духа. Альбина Курачинова-Кенджева побывала на мероприятии. Цель фестиваля – пропаганда и популяризация физкультуры и спорта для сохранения активного образа жизни, социальной адаптации инвалидов и взаимодействия их в обществе. Невозможно было не увидеть искренние лица участников. В глазах их читался азарт, восторг, желание проявить себя в разных видах спорта. Под музыку выполнялись различные упражнения, а также в перерывах можно было увидеть танцующих ребят. Я уверен, что вы все сдадите достойно. Каждый со своей степенью, возрастной степенью, свои результаты. Вот. Поэтому я в первую очередь желаю вам хорошего настроения, успехов, всего самого хорошего. Самые красивые, самые смелые, самые добрые вы здесь собрались, и очень приятно смотреть на вас, и очень приятно, что вы полноценно. Каждый из вас включает в свою жизнь спорт и здоровый образ жизни. Более 85 человек приняли участие в мероприятии. Присутствующие показали ловкость, смелость, выносливость по следующим 7 дисциплинам. Поднятие туловища из положения лежа на спине, подтягивание на турнике, отжимания, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча в цель и другие. Если вы сейчас походите по базам, посмотрите, они прям соревнуются как за первое место. У нас здесь различные виды инвалидности. И под каждую инвалидность предусмотрен норматив, который именно для его здоровья подходящий. И пойти посмотреть, там у них жаркие споры. Очень интересно, что соревнования проходят во всех возрастных категориях. Ввиду этого конкуренция и соперничество возрастает. Интерес к спорту вырастает все больше. Были бурные споры, было веселье, было желание победить. Ну а самое главное, все участники относятся с большим уважением друг к другу. Спорт – это жизнь. Веры в себя. И удачи! Всех присутствующих поблагодарили за участие во всероссийской акции «Готов к труду и обороне» и наградили дипломами и сертификатами. Альбина Курачинова-Кенджева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.